Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Тяжелые испытания Иова. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник Иову и говорит: «Валы орали, и ослицы паслись подле них, как напали савияне и взяли их, а отроков поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Халдеи расположились тремя рядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов, не произнес ничего неразумного о Боге. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.